Уважаемые избиратели, дорогие сочинцы, в воскресенье 13 сентября в единый день голосования состоятся выборы главы администрации Краснодарского края и депутатов городского собрания Сочи. На этих выборах в участковых избирательных комиссиях работает более 2500 сочинцев. За ходом голосования подсчетов голосов будут наблюдать более 2000 членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей средств массовой информации. Мы уверены, что выборы пройдут в спокойной обстановке с соблюдением требований федерального и краевого законодательства. Каждый избиратель на избирательном участке получит 2 бюллетеня для голосования. Обращаю ваше внимание на то, что в бюллетене по выборам губернатора Краснодарского края можно проставить только одну отметку в пользу того кандидата, за которого вы отдаете свой голос. При голосовании на местных выборах вы вправе отдать предпочтение не более чем 3 кандидатам. Это означает, что в бюллетене на выборах по многомандатным округам можно поставить 1, 2 или 3 отметки напротив фамилий кандидатов. Просим вас быть внимательными при голосовании. Уважаемые сочинцы, проявите гражданскую активность и внесите свой личный вклад в будущее города и края. Мы ждем вас на всех избирательных участках города Сочи с 8 утра и до 8 вечера в воскресенье 13 сентября.